Вы видите в прямом эфире живописнейший Порто-Корсо, что лежит в итальянской ривьере. Какая великолепная арена для второго этапа международных состязаний. Да, Брент, его еще называют жемчужиной ривьеры. Ну и нетрудно увидеть, почему. Тишина диких пляжей и сверкающие огни казино притягивают в Порто-Корсо ценителей изысканной роскоши. И если ты здесь, значит жизнь удалась. Сегодня в Порто-Корсо мы видим тех, кто покорил вершины богатства, славы или власти. Ха, не говори, Дэвид. Невозможно припарковаться, чтобы не притереть какую-нибудь знаменитость. Итак, добро пожаловать на второй этап мирового гран-при, где по-прежнему кипят страсти вокруг Алинола. Сэр Майлз Карденвал так высказался о своем детище. Независимая экспертная комиссия заключила, что Алинол совершенно безопасен. И точка. Слышите? Так что гонки сегодня будут. Но другой вопрос пока не ясен. Увидим ли мы, наконец, настоящего Маккуина? Ему стоит собраться, поскольку у соперников преимущество родной трассы. Знает ее как свои пять поршней. Сеньоры и сеньоры, in the pole position. Numero uno. Чувствуешь? Если волнуешься из-за топлива, брось. Оно безопасно. Не, ребят, просто жалко Мэтта с вами в боксе. Конечно. Здрасте вам. Ну, что скажешь? Да говори скорее, а то что-то гадости в конце не остается. Я, видно, был неверного мнения о тебе. Оказывается, ты не можешь. Адиос. Ну, наконец-то, гадость. А я уж испугался. Грации! Я вижу, вместе со скоростью растет уверенность наших участников. Чувствую, нас ожидает нечто. Бампер в бампера не приближаются к финишу. Второй, и они понятия не имеют, что произошло за ним. Совсем другой разговор. Чао! Эй, куда? Куда они рванули? Что такое? Что происходит? Ну и ну. Телекомпании DDD по заказу YouTube.